Добрый день. Начинаю кормление, съемку и дрессировку котов. Вот у меня собралось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 котиков. Так, сейчас в пакете дам. Коты будут прыгать. Котики, давайте. Коты, коты, вот в пакете еда. Коты, молодец. Кот, давай, рви, рви, рви лапками. Ух ты, молодец, котик. Рви, 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 рви. Тут еда тебе. Котик, давай, рви, рви, котик. Молодец, кот какой. Красивый. Рви, рви еще, кот, разорвешь. Давай, тут мясо лежит. Мясо куриное с косточкой, давай. Вот котик уже рвет, вот молодец, все. Котик рвет, молодец. Вот еще коты, коты, коты. Кс-кс-кс-кс-кс. Коты, коты. Котики, котики, вот, вот, вот еще. Давай, молодец, котик. Вот, котик, молодец, да. Коты дерутся уже. Коты уже дерутся у нас. Коты воют. Вот кот-бегемот воет. Вот это кот-бегемот. Вот он. Крупным планом его. Вот он подходит. Сейчас будет гонять котов, наверное. Маленьких всяких остальных котов. Точно. Его боятся. Посмотрите, вот кот-бегемот. Как коты воют. Как коты воют у нас. Вот котяра-бегемот. Что-то он тут рыщет, кот-бегемот. Что ты ищешь у нас? Кот-бегемот, громадный кот. Вон коты тоже дерутся из-за кусочков мяса. Вот бегемот крадется. Толстый котяра. Вот коты еще сидят у нас. Плавно ведем камеру. Плавно ведем. Снимаем в режиме Full HD 1080 на 50. 50 кадров в секунду. Вот коты тоже подрались немножко так. Цепимирные коты едят. Вот коты. Вот кот-бегемот боится, убежал кот-бегемот. Вот разноцветная кошечка у нас. Красиво получается, да? На фоне деревьев, растений, да? Вот кошечка нюхает. Вот еще коты подошли, нюхают. Да-да-да. Коты нюхают. Я наверх пустой пакетик положил. Вот коты и смотрят вверх. Посмотрите как. А может коты за птицами охотятся? Это нам неизвестно. Ну, кс-кс-кс-кс-кс. Посмотрим сюда, котик. Коты какие у нас. Ох, кот мяучит, да? Котики мяучат у нас, да? Вот котик красивый у нас, да? Ой, как тянется котик. Ой, как тянется котик у нас, да? Вот кошечка разноцветная. Смотрит вверх у нас, да, киса. Хорошая киса. Хорошая киса, вот она полезет вверх. Да-да-да, лезет к пакетику, пацаны. Нет, не знаю, куда-то наверх слезет котик. Котик хочет на дерево залезть, да? Котик что-то там на дереве потерял, а? А вот котик еще подошел ко мне, смотрит в кадр прямо. Отвернулся котик, да? Коты, ставим лайки, подписываемся на кошачий канал.